Госдепартамент США выделит 150 тысяч долларов на укрепление партнерских отношений Вашингтона и Еревана, говорится в описании соответствующего гранта. В документе указывается, что средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют развитию и взаимодействию двух стран, передает канал 13 со ссылкой на «Взгляд». Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определенной области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США, отмечается в тексте. В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей США и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе. В частности, речь идет о восстановлении дружеских отношений армян с жителями Турции и Азербайджана.